Добрый вечер. Этой ночью в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза, в прибрежных районах туман. Минимальная температура воздуха от плюс 11 до плюс 15 градусов. Ветер северный от слабого до умеренного. Днем атмосферное давление повысится, облачности станет меньше и осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха плюс 20, плюс 23 градуса. На западном побережье прохладнее, плюс 17, плюс 19. В Риге этой ночью облачно с прояснениями. Температура понизится до плюс 14, плюс 16 градусов. Днем в столице малооблачная погода, воздух прогреется до плюс 19, плюс 21 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. О погоде все. До свидания.